Обсуждали, проводили голосование, да, что тебе подарить. Она не гавкает. Уже. Активно участвовала вся команда, включая всех ребят. Активно Вова отправлял фотографии, что тебе лучше не дарить, что пылиться у него на столе. Поэтому мы пришли к пониманию, что это сейчас хорошие деньги. А вообще надо дарить подарок, который тебе будет очень полезен. Поэтому тебе подарить решили самый крутой на рынке зонт. Фалоимитатор. Да, это, братан, главное. Ты же пользуешься, как клёвый. Я его не вытаскиваю. Вообще, да. Какой классный. Я ж сказал, какая штука. Немного. А, ну да, все понял. Чтобы они тебя не нашли. Постоянно по лесу. Обрати внимание. Я лица не вижу. Спасибо.